Министерство обороны расторгнет контракты с предприятиями, которые нарушают сроки поставки в рамках гособоронзаказа. Сегодня об этом заявил Сергей Шойгу. Глава ведомства подвел итоги единого дня приемки вооружений и военной техники. В российскую армию поступили новые бомбардировщики Су-34, баллистические ракеты «Ярс», зенитные комплексы «Панцирь-С», ударные вертолеты К-52, а также другие современные образцы вооружений. В целом гособоронзаказ по поставке вооружения и военной техники был выполнен на 62%, а по ремонту почти на 50%. Это свидетельствует об удовлетворительной работе предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также эффективности мер, принимаемых Министерством обороны. Единый день приемки вооружений ввели почти 2 года назад. Систему уже признали эффективной. Силовики отмечают снижение количества брака и числа жалоб при выполнении гособоронзаказа.